В молочно-товарных комплексах «Чубукла» и «Савалеева» агрофирма «Заинский сахар» состоялся семинар-совещание по вопросам ведения животноводства. При участии главы района Разифа Каримова, специалистов Управления сельского хозяйства и акционерного общества «Агросила Групп». В состав «Агросила» входят 8 агрофирм, все они поставщики молочной и мясной продукции. Вкладывая средства в развитие агрофирм, холдинг ожидает увеличения показателей производства и качества продукции. Каковы итоги деятельности за 10 месяцев текущего года в агрофирме «Заинский сахар»? Специалисты холдинга увидели, посетив Чубуклинский и Савалеевский животноводческие комплексы. Агрофирма «Заинский сахар» произвела 3480 тонн, 3840 тонн молока, что на 10% больше, чем уровень 2016 года. Была проблема у нас, значит, в текущем году, в августе месяце, очень резко снизилась кислотность молока, то есть молоко стало неприемным. В течение сентября-октября месяца мы вернули кислотность на прежний уровень. В практической части семинара обсудили вопросы, касающиеся технологии содержания, кормления и доения коров. В ходе семинара рассмотрели работу программы «Селекс», ознакомились с планом работ, сделали анализ состояния поголовья. Теоретическая часть совещания прошла в актовом зале села Савалеева. Замгенерального директора акционерного общества «Агросила» Владимир Егоров подчеркнул, что потенциал в агрофирме «Заинский сахар» большой. В развитие отрасли животноводства вложено много средств, а значит, и отдача должна быть высокой. Впереди стоят большие задачи, вопросы производства молока и мяса. Качество производимой продукции будет на постоянном контроле специалистов.